Парковка по адресу Гражданский проспект 114 благоустроена не будет. Там должен появиться детский сад. Жители микрорайона уже долгое время недовольны парковкой во дворе. Асфальтового покрытия она не имеет, набивное пришло в негодность. В результате на территории появляются ямы. После дождей она превращается в болото, а в зимний период – в каток. Муниципалы из округа 21 знают о проблеме. Еще летом они пытались ее решить. Направили обращение в КГА с предложением благоустроить территорию, оборудовать детскую и спортивную площадку, построить пешеходные дорожки. Но получили следующий ответ. В соответствии с отраслевой схемой размещения объектов образования на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года, в границах рассматриваемой территории предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения. Дело в том, что по факту данная территория парковкой не является. Это пустырь, предназначенный под строительство. Однако, когда конкретно там появится детский сад на 220 мест, о котором говорится в письме комитета, неизвестно.